Давайте посмотрим на этот номер площадью больше 50 квадратных метров с выходом в сад на первом этаже. Вот кухонька здесь неплохая. В комплекте идет посуда. Это презент от отеля. Вот так выглядит туалет. Раковина. Две зубных щетки. Душ. В нем есть и холодная, и горячая вода. Кипяток. А это вот кроватка. Вот эта лестница ведет на второй этаж. Там есть чилаут-зона, небольшой диванчик. Вот еще одно полноценное спальное место. Здесь есть отдельный кондиционер. На кухне еще есть мультиварка, плита и кофемашина, не считая обычной плиты. Также имеется аромасвечка. Ну и, конечно же, чайник. Номер убирают раз в два дня, также пополняют водой. Из этого номера есть прямой выход в сад, он же к бассейну. Есть два места, можно посидеть, полюбоваться природой. Там вот вдалеке есть бассейн, его не видно.